Что вам нужно? Кто вы такие? Мне нужно напоить моих людей и лошадей, женщина. Мария, кто эти люди? Дон Вега, я как раз пытаюсь это узнать. Я все объясню. Мы с товарищами проделали долгое путешествие. Если вы дадите нам немножко воды, мы будем вам очень признательны. Берите, сколько вам нужно. Благодарю. Мы направляемся в Квенга-Пас. Это далеко отсюда? Это примерно в 10 милях от города. Вы едете в порт? Может быть. Меч из Японии. А? Вау! Мария, с тобой все в порядке? Диего, о чем это ты? Те люди на лошадях, что им было нужно? Они попросили дать им воды. И как все мужчины оставили после себя бардак. Посмотри на колодец. Я подумал, что им нужна была не только вода. Думаю, ты прав, Диего. Мне они тоже показались негодяями. Надеюсь, от них не будет неприятностей. Один из них сказал, что они направляются в Квенга-Пас. Там ничего нет, кроме маленькой деревеньки. Квенга-Пас? Ты уверен, что это были скорпионы? Да. Я видел их знак. Ну как же так? Я думал, Зоро с ними уже покончил. Похоже, их больше, чем мы думали. Да, но... Что им понадобилось в Квенга-Пас, Диего? Там нет ничего интересного. Там проходит дорога в порт. Если скорпионы проведали, что из порта везут что-то ценное, то Квенга-Пас – идеальное место для засады. Я так думаю. Так вот почему сержант Гонсальж отправился в порт вместе с солдатами. Наверное, должны привезти подарок для губернатора. Какой подарок, Бернард? Какой-то японский меч. Если это боевой самурайский меч, он может стоить очень дорого. И он не должен попасть не в те руки. Таким мечом можно сталь разрезать, как простую бумагу. Ух ты! Какой ужас! Представляешь, каково сражаться с саблей против такого меча? Мне страшно! Значит, мы должны проследить, чтобы он не попал в руки скорпионов. Для меня большая честь видеть вас, сеньор. Спасибо, Браун. Что мы можем для тебя сделать? Сеньор, у меня хорошие новости для вас. Я попросил Брауна приготовить для вас нечто особенное в подарок от всего народа. Страданиями командира Раймонда и армии в этих местах царят мир и порядок, и торговля идет прекрасно. И этот подарок будет знаком нашей признательности. Что ж, должен поздравить вас, командир, вы проделали здесь прекрасную работу. Я польщен, сеньор генерал-губернатор. Так что это за подарок? Это священный самурайский меч. Я привез его из самой Японии. Это очень любопытно. Меч – это очень ценная вещь. И где же он? Корабль, на котором его везут, уже прибыл в порт. Так что меч будет здесь сегодня. Прекрасно. Хотелось бы увидеть его поскорее. Почему мы должны охранять меч генерал-губернатора? Пусть этим занимаются военные. Я делаю это не для генерал-губернатора. Я должен остановить банду скорпионов любыми средствами. Я знаю, но... Здесь так тихо, Зорро.
делайте, как вам говорят, и никто не пострадает. От этой жары я даже проголодался. Думаю, было бы неплохо сделать небольшой привал в Квенга-Пас. О нет, это Зорро! Всем приготовиться к бою! Сержант Гонсалес, я приехал не для того, чтобы драться с вами и вашими людьми. Я хотел предупредить, что скорпионы устроили вам засаду в Квенга-Пас. Взять его! Если вы не хотите, чтобы у вас украли меч, делайте, как я скажу. Следовать приказам мятежника? Бас, они вот-вот должны подъехать. А вот и они. Вперед! Нам надо проскочить перевал как можно быстрее. Вы слышали его? Вперед! Быстрей, быстрей! Стреляйте! Не дайте им уйти! Зорро, мы вышлем тебе подмогу из города! Хорошо, поезжайте! Эй, выбирайтесь отсюда поскорее! Ну что ты? Не стой, беги! Пако, он с семьей остался там, внутри. О, нет. Быстрее лошадей, мы догоним экипаж. Не выйдет. Ты должна быть Зорро. Именно так. Вели своим людям бросить оружие. Не совсем хорошая идея. Если хочешь, чтобы эти люди остались в живых, отпусти его. Я сделаю, как ты говоришь. Правильный выбор, дружище. Нет, Зорро, беги отсюда, не беспокойся за нас. Заткни пасть. Пако. Возьмите меня, зачем вам эти люди? Зорро, я слышал, ты не слишком приветлив с моими людьми. Я знаю, что ты сделаешь. Ты достанешь этот японский меч и принесешь его мне. Сделаешь это, мы освободим людей и покинем деревню. Если нет, мы всех здесь порежем на кусочки. Как я могу доверять слову Скорпиона? А у тебя нет выбора, Зорро. Сеньор генерал-губернатор. Меч наконец-то прибыл. Уверен, наш небольшой подарок доставит вам удовольствие, губернатор. Это вам, сеньор. Он нравится вам, губернатор? На вид просто великолепен. Это и правда замечательный подарок. Я не забуду этого никогда, командир. Сеньор, вы сделали мне большую честь, доверив мне этот пост. Этот меч — свидетельство моей благодарности. Я буду хранить его как драгоценность, командир. Ты молодец, Браун. Да ерунда! Я хочу, чтобы вы знали, что если бы я смог быть вам полезен, я всегда буду к вашим услугам. Командир, есть новости о скорпионах. Что такое? Банда скорпионов? Что-то случилось, командир? Не о чем беспокоиться, сеньор губернатор. Сколько людей мне взять с собой? Ни одного. Что, но скорпионы?
Командир отдал мне приказ. Губернатор не должен ничего знать о скорпионах. Пока он здесь, мы должны охранять город. Не беспокойся о деревне, забудь о ней. Хорошо, как скажете, сеньор. Таков приказ. Что-то случилось, сеньор Вега? Здравствуй, Ларита. Скорпионы захватили Квенгапас и взяли в заложники Пака и его семью. Почему армия ничего не предпринимает? Ты не понимаешь? Армия должна охранять город, пока в нем находится генерал-губернатор. Расходитесь, если не хотите, чтобы я вас арестовал. Нечего тут глазеть. Возвращайтесь по домам. Сеньора Лолита, как поживаете? Не подлизывайтесь ко мне, лейтенант. Солдаты обязаны защитить людей в Квенгапас. Ну, как можно с вами спорить? Я передам ваши слова командиру. Прошу извинить меня. Сержант Гонсалес, вы ведь поможете? Я не могу. Но почему? Скажите. Командир не позволит мне этого. Что? Что ты собираешься делать, Диего? Солдаты не отдадут мне меч просто так. Но мы должны как-то помочь людям в деревне. Да, но как? Диего, ты должен помочь мне. В чем дело, Лолита? Мы отправляемся в Квенгапас прямо сейчас. Что? Но там же банда скорпионов. Лолита, это опасно. Вы не можете? Кто-нибудь должен что-то предпринять. Солдаты и пальцем не шевельнут, пока генерал-губернатор в городе, а командир не хочет, чтобы он узнал про бандитов. Мы должны помочь этим бедным людям. Диего, Бернард, несите сюда все, что можно использовать как оружие. Подожди немного, отец, это безумие. У скорпионов есть ружья. Ты слышал, Лолиту, мы не можем сидеть здесь, сложа руки. Не забывайте о Зорро. Я помню о нем, сынок, но его не найти сейчас. Скорпионы говорят, что если Зорро принесет японский меч, они отпустят семью Пако. Если только он сможет пройти через охрану, которая сторожит генерал-губернатора днем и ночью. Если мы пойдем на скорпионов безоружными, пострадает еще больше людей. Может быть, у Зорро есть план? Да, Зорро нам поможет. Тогда, может, нам удастся одолеть скорпионов. Их слова звучат довольно разумно, Педро. Мы можем только ухудшить положение, в котором оказался Пако. Давай, подождем до завтра. Зорро поможет нам, я уверена. Идет. Это всего лишь сова. Боже мой! Что это такое? Эй! Солдаты так и не появились. Думаю, они заняты охраной города, Кузо. Да какая разница?
Наши деревенские друзья – гарантия нашей безопасности. Думаешь, Зору удастся достать меч? Надеюсь, что да. Но я приготовил для него небольшой сюрприз. Ты собираешься его убить? Ребята, Зорро вернулся! Отлично! Все наружу! Ты принес его? Вот он. Теперь отпусти заложников. Брось оружие и слезь с коня, и мы поговорим об этом. Хорошо, говори. Это и есть драгоценный меч из самой Японии. Выглядит неплохо. Ты получил, что хотел, теперь освободи заложников. Заткнись! Здесь я даю приказы Зорро, не забывай об этом. Скорей, Зорро, беги! Он собирается тебя убить этим мечом! Придержи язык! Венто, Текл! Да! Вперед, Фигаро! Покажем им, кто есть кто! Пако, уводи свою семью! Что вы стоите, трусы? Пристрелите его! Артиллерия, открыть огонь! Что за черт? Со мной все вперед! Ладно. Ну, Зорро, ты поплатишься за это. Сейчас мы узнаем, насколько этот меч острый. Зорро в беде. Я должен помочь ему. Проклятие! Что произошло? Может, хочешь проверить остроту моей шпаги, Скорпион? Можешь отвезти меня в тюрьму, Зорро. Мы это сделали! Большое спасибо тебе, Зорро. Как нам отблагодарить тебя? Для нас достаточно знать, что вы в безопасности. Поэтому сегодня все пришли сражаться за вас. Это правда. Мы не могли бросить вас одних, даже не попытавшись помочь. Где мой меч? Где он? Отвечайте немедленно! Это сделал Зорро, губернатор. Осторожней, сеньор. Лезвие очень острое. Нет, болван. Меч сделан из бамбука. Что? Не может быть. Добрый день, генерал-губернатор. Похоже, вы немного разочарованы своим новым мечом. Зорро! Вы подвергли риску жизнь жителей этой деревни, командир. Вы должны были послать сюда солдат, как только узнали про нападение скорпионов. Вместо этого нам пришлось выполнять вашу работу. Молчать, Зорро! Чего вы ждете? Догнать их! Будь ты проклят! Будь ты проклят, мятежник! Командир, отвезите меня обратно в крепость, я уезжаю немедленно! Конечно, сеньор! Я сожалею обо всех неприятностях, которые я доставил вам. Мне очень жаль, командир Раймонд. Бамбуковый меч был куплен по ошибке. Я во всем разберусь, обещаю. Я куплю новый меч. Правда, новый, хороший. Молчать! Тебе повезло, что ты до сих пор жив. Сержант Гонсалес,
Это вы во всем виноваты. Если бы вы делали свое дело как следует, мы бы не ждали помощи от Зора. Этого бы не случилось. Сожалею. Всегда сваливают на вас. Вы тут ни при чем, сержант. Знаю, это меня и огорчает. Это мое! Я вижу, это не испортило вам аппетит. Это точно.